Друзья, всем привет! Это канал Технобар Плюс, и сегодня мы с вами поговорим о камерах смартфона Xiaomi Mi 10T Lite. А также в конце данного видео я выскажу свое финальное мнение относительно камер данного смартфона. Ну что, начнем? Итак, друзья, начнем. В смартфоне Xiaomi Mi 10T Lite камера представлена, основной блок камер представлен из четырех камер. Конкретно, основная камера у нас на 64 мегапикселя, это Sony IMX682XMRRS. Апертура f1.89. Широкоугольный объектив, к сожалению, от неизвестного вендора, на 8 мегапикселей. Апертура f2.2, размер пикселя 1.12. Камера, которая отвечает за размытие, то бишь модуль глубины изображения, на 2 мегапикселя. Опять же, неизвестный производитель, друзья, почему компания Xiaomi заблокировала информацию о данных вендорах на рынке камер, неизвестно. Апертура 2.4. F2.4, размер пикселя 1.75 микрометра. А также макрообъектив на 2 мегапикселя. Опять же, неизвестен производитель. Апертура 2.4, размер пикселя 1.75. Также вспышка, которая не входит в блок, как в смартфоне, в блок камер, как в смартфоне Poco X3 NFC отдельно. Вот. Напомню, что в данном смартфоне такие фишки у камер присутствуют, как замедленная съемка до 960 кадров в секунду. Смартфон может снимать видео максимально 4К 30 кадров в секунду, так как процессор Snapdragon 750G не позволяет снимать качество выше. В смартфоне есть также цифровой зум в камерах, электронная стабилизация, автофокус, сенсорная фокусировка, географические метки выставлять можно как на фото, так и на видео. HDR-съемка, распознавание лиц, настройки профессиональные для профессиональной съемки, то бишь присутствует режим. Настройка ISO, компенсация экспозиции, выбор с помощью искусственного интеллекта, выбор сцены для фотографа, то есть автоматическое распознавание сцен. Ну, автофокус усиленный и ночной режим. Друзья, теперь что касается селфи-камеры. Селфи-камера у нас находится вот по центру в виде капельки. Она у нас на 16 мегапикселей. Также производитель скрыл информацию о данных, о вендоре данной селфи-камеры. Апертура f2.45, размер пикселя 1.6 микрометра. Далее, что еще хочу вам сказать. Ультраширокая, эта камера у нас ультраширик. Она пишет видео с электронной стабилизацией. То есть селфи-камера пишет видео с электронной стабилизацией. Это уже достаточно таки неплохо. Не в каждом смартфоне такое есть. Угол охвата 120 градусов. Фронтальная камера также состоит из 5 линз. Максимальное видео, которое, максимальное разрешение видео, которое можно записать на данную камеру, это Full HD 30 кадров в секунду. Ну вот как-то так. А теперь, друзья, мы посмотрим на примеры дневного и вечернего фото, а также видео. И в конце пройдемся по меню, и я вам также оглашу о характеристиках данной камеры. И какое впечатление она на меня произвела, и стоит ли брать вообще данный смартфон из-за камер, узнаем в конце видео. Ну что, начнем? Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite. Качество записи 4К 30 кадров в секунду. Оцениваем стабилизацию, баланс белого, детализацию, динамический диапазон. На мой взгляд, стабилизация в данном режиме присутствует только электронная, но это не точно. Будем просматривать еще на экране компьютера. Так,
макро. Пробежка. В данном режиме можно переключиться. Нет, невозможно переключиться на широкоугольный объектив. Но зато присутствует плавный зум. Шестикратный. Вот как-то так съемка. Оцениваем, делимся своим мнением в комментариях. Напоминаю, качество 4К, 30 кадров в секунду. Работа с солнцем. Небо. Тест камеры. Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite. Качество Full HD 60 кадров в секунду. Макро. С фокусом проблемы. Как мы видим, не хочет он фокусироваться на почках. Даже по тапу не хочет. Почему так? Пока загадка. Возможно, еще какие-то проблемы с ПО. Надеюсь, что в следующих обновлениях этот момент поправят. С фокусом однозначно есть проблемы. Смартфон не хочет фокусироваться. Вот, сфокусировался наконец-то. Самостоятельно переходить он, как вы видите, не хочет. Фокус производится только по тапу. Смартфон пока явные проблемы с ПО. Вот видите, даже не хочет фокусироваться на дальних объектах. Опять же тап сфокусировал. Шестикратный зум. На широкий угол переключиться невозможно. Пробежка. Работа против солнца. Как-то так. Оцениваем качество видеозаписи, делимся своим мнением в комментариях. Тест камеры, смартфон Xiaomi Mi 10T Lite. Full HD, 30 кадров в секунду. В данном режиме, как мы видим, я вижу на экране смартфона, присутствует электронная стабилизация в достаточно неплохом качестве. В смартфоне OnePlus 7T Pro стабилизация на таком же уровне. Вот, а в данном режиме с фокусом все в порядке. То есть камера фокусируется нормально. Макро. Если макро так. Плавное зумирование происходит. В данном режиме электронная стабилизация достаточно неплохо помогает смартфону. Камере смартфона снимать качественное видео. Прыжки на месте. Да, стабилизация довольно-таки неплохо. Если даже не лучше стабилизации в смартфоне OnePlus 7T Pro. Но почему-то на мелких объектах фокусироваться все равно проблематичнее камере. Хотя нет. Не, все-таки есть проблемы, друзья. Работа против солнца. Делимся своим мнением в комментариях. Вот так снимает смартфон. Тест видеокамеры смартфона Xiaomi Mi 10T Lite на широкоугольный объектив. В данном режиме присутствует электронная стабилизация. Как по мне, неплохая. Пробежка.
оцениваем качество видеосъемки, делимся своим мнением в комментариях. Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite, съемка на широкоугольный объектив, качество 4К, 30 кадров в секунду. Напомню, максимальное качество в данном смартфоне 4К 30 кадров в секунду. Так как процессор, а именно Snapdragon 750G, не поддерживает выше качества, качество видеозаписи. Ну, с фокусом здесь обстоят дела получше. Оцениваем качество видеозаписи. Как на мой взгляд, присутствует электронная стабилизация. Но это на экране смартфона, друзья. Позже проверим на экране монитора компьютера. Тест видеозаписи на смартфоне Xiaomi Mi 10T Lite в режиме супер макро. В данном режиме смартфон ведет запись с качеством 720p 30 кадров в секунду. Вот максимально где-то максимальное приближение режим макро, да еще и зумирует неплохо. Собственно, режим макро справляется в камере данного смартфона. Оцениваем качество. Делимся в комментариях своим мнением. Вот как-то так. Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite. Качество видео Full HD 30 кадров в секунду. Как на мой взгляд, друзья, даже присутствует, по-моему, электронная стабилизация селфи-камеры. По крайней мере, так я вижу на экране смартфона. Да? Похоже на то, что присутствует. Оцениваем качество звука. Оцениваем качество видеозаписи. Проверка на rolling shutter. Шаттер минимальный присутствует. Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite, качество 4К 30 кадров в секунду. Оценим качество видео. Стабилизация изображения, резкость. Как на первый взгляд, стабилизация отсутствует. Будем еще все проверять на экране компьютера. Прыжки на месте. Как-то так. Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite, качество Full HD 60 кадров в секунду. Оцениваем стабилизацию, качество изображения, зум в режиме видео 6-кратный. Плавность зума неплохая. Напомню, видео пишется в формате Full HD 60 кадров в секунду. Оцениваем стабилизацию. Работает против света. Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite, качество изображения Full HD 30 кадров в секунду. На мой взгляд, присутствует электронная стабилизация. Оцениваем качество видеозаписи. Делимся в комментариях. Работа со светом. Xiaomi Mi 10T Lite, проверка видеозаписи, селфи-камера, Full HD 30 кадров в секунду. Присутствует электронная стабилизация.
оцениваем ночную видеосъемку. Делимся в комментариях. Прыжки на месте. Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite. Качество 720p 30 кадров в секунду. Оцениваем качество видео. Ночной съемки. Как-то так. Делимся своим мнением в комментариях.
Итак, друзья, относительно меню камеры. Вот мы вошли в основное меню камеры. Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite. Начнем мы с профессиональных настроек. То есть, каждому пользователю доставлен... We'll be right back.
более для учебы. Тут еще есть какой-то режим покупки, места, кафе, рестораны, но это более как бы такое связанное с Google Ассистентом. Я Google Ассистентом не пользуюсь, не вижу в этом смысла. Ну, возможно, я не прав, но все-таки. Можно включить, кстати, в режиме Google Lens постоянно подсветку. Далее, что касается портретной камеры. Портретная камера может производить фото с использованием искусственного интеллекта. Можно искусственный интеллект отключить. В данном режиме можно выбрать при фото портретном можно выбрать размеры экрана 3x4, 9x16, а также полноэкранный режим. Также можно выставить таймер от 0 до 10 секунд. Кинематографический кадр также выставляется и сетка. Далее можно выбрать под себя, выстроить фокус. То есть выбрать фокус для того, чтобы размытие произвести должным уровнем, на должном уровне. Есть. Ну, опять же, украшательство, улучшения, эффекты различные. Все это в режиме портретном можно применить. Какие еще есть, друзья, режимы? Ночная съемка. Съемка на 60, на полную, как говорится, катушку, на все 64 мегапикселя. Но эта съемка больше нужна для того, чтобы производить какие-то, вернее, сделать какие-то фотографии для того, чтобы потом распечатывать широкоформатные либо какие-то крупноформатные плакаты, там, я не знаю, что может быть, плакаты либо фото, что душе, как говорится, заблагорассудится. Четкость изображения при этом теряться не будет и качество изображения. Панорамную съемку можно производить, съемку видео в режиме видеоклип. Документы. Ну, документы это можно, я так понимаю, фотографировать, улучшать, больше для редактирования. Так. Далее. Видеоблог. Как я уже сказал, в режиме видеоблог можно снимать замедление. Также можно снимать вплоть до 960 кадров в секунду. Режим таймлапс. Двойное видео. Скорее всего, это более подойдет для тиктокеров. Режим длинная выдержка для фото, а также видеоизображений, для того, чтобы снимать фото и видео на длинной выдержке. Профессиональные фотографы меня поймут, о чем я говорю. Как для обыкновенного обывателя, для обыкновенного пользователя, примерно как я, этот режим особой ценности не представляет. Так, клонирование видео, то есть можно, записав видео, сделать также его продолжение, состоящее из такого же видео, как вы уже ранее записали. Вот. То есть, что еще, друзья, изменить? Ну, изменить, в режиме изменить вы можете выбрать, какой режим вам необходимо перетянуть в основную строку, которая вот. Итак, что еще? Когда вы нажимаете, кстати, на эти четыре кнопочки, которые вверху, переходит режим еще, переходит в обычный режим. То есть нет картинок вот этих вот значков, картинок, которые изображены здесь. То есть они более иллюстрированы и понятны. Эта функция появилась у нас с выходом Android 11. Напомню, данный смартфон уже получил Android 11. Стабильную версию. Что еще, друзья? Ну, как бы в режиме селфи-камеры, фото, режим селфи, также можно выбрать режим HDR, можно делать селфи с искусственным интеллектом, включить подсветку экрана, тогда экран будет светиться перед тем, как сделать фото и играть роль вспышки. Видео. Видео в данном режиме снимается в максимальном качестве Full HD 30 кадров в секунду. Все те же самые функции, которые на основной камере. Профи. Профи, к сожалению, режим действует только на основные камеры.
Ну вот как-то так, друзья. Сказать, что еще в селфи-камере хотелось бы увидеть ночной режим. Но ночного режима тут, к сожалению, нет. Вот. Входим в режим ночь в селфи-камере. Хотя нет, друзья, хотя нет. Ночной режим присутствует. Присутствует также режим с подсветкой изображения. То есть можно производить фотосъемку в ночном режиме. Это уже хорошо. Опять же, размеры изображения. Вечерних снимков светосила, ну как бы у основного модуля тут светосила в данном смартфоне 1.89, это маловато. Это маловато, если в смартфоне OnePlus 7T Pro светосила f1.7, да, тот смартфон снимает лучше. Здесь светосила практически 1.9, ну похуже. Похуже, друзья, и лично похуже. Не знаю, возможно, потому что тут еще линзы установлены не самые дорогие. Вот. Full HD 30 кадров в секунду ночная съемка, видео вообще как-то что-то все дергается, дрожит. Это у меня, как вы увидели на примерах видео, которые есть в данном обзоре, вечернее видео, ну как бы все дрожащее, это у меня не руки дрожат. Даже электронная стабилизация еле-еле с натяжкой справляется, еле-еле.
Итак, друзья, ну, что я вам хочу сказать. Кстати, еще маленький нюанс, друзья. Единственный, как бы, момент, который меня порадовал в чехле в этом, что чехол действительно защищает камеру. Камера хоть и выпирает, ну, как бы сейчас во всех смартфонах 2020-2021 года камеры выпирают, но тут как бы еще относительно. Чехол полностью защищает камеру. Это порадовало очень. Что в конце всего я могу сказать вам, друзья, что брал бы я себе данный смартфон сугубо из-за камер? Отвечу, нет. Нет, пока ПО сырое в данном смартфоне. Камеры еще необходимо дорабатывать. Возможно, подчеркиваю, возможно, компания Xiaomi еще это все дело доработает. Друзья, ну просто дата выхода данного смартфона, если мне не изменяет память, это сентябрь 2020 года. Что это такое? Практически 6 месяцев прошло, ничего не исправили прошивками. Ну, это как бы не очень. Вот. Себе я бы такой смартфон сугубо из-за камер не взял бы. Если бы я был игроманом, то процессор Snapdragon 750G неплохо справляется с играми. На максимальных настройках, ну, конечно, на ультра настройках просадки есть. FPS. Но об этом позднее, в дальнейших обзорах моих, которые выйдут на моем канале. Друзья, честно, если ставить выбор между Poco X3 NFC и данным смартфоном, кстати, Poco X3 NFC стоит 6500 гривен, данный смартфон стоит 8500, а то и 9000 гривен. Разницу чувствуете? Poco X3 NFC, маленький спойлер видео, которое будет скоро на моем канале относительно Poco X3 NFC. Poco X3 NFC по камерам, несмотря на то, что все те же модули установлены в Poco X3 NFC. Там это как-то все вылизано, что ли. Ну, намного лучше, друзья. Ну вот как-то так. Получился такой у нас обзор камер. Кому видео понравилось, как всегда, ставим лайки. Кому видео не понравилось, ставим дизлайки. Подписываемся на канал. Впереди еще много очень всего интересного. Также будет много эксклюзивного материала относительно ремонта, настройки, чистки кофемашин зерновых. Также кофемашин, который работает на растворимом кофе. Будет эксклюзивный контент, друзья. Кому интересно, смотрите, подписывайтесь. Конечно же, будет еще очень много различных обзоров, различных мнений, разборов, полетов относительно новых и новых цифровых гаджетов и девайсов. Друзья, ну а с вами был канал Технобар Плюс. Всем хорошего дня, всем удачи, всем пока, берегите себя.